Тимур, с победой, твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо большое, очень боевитая игра получилась, обе команды хотели выиграть, очень обилие единоборств. Наверное, сегодня победил тот, кто больше вырывал этих мячей, кто больше хотел, вылетал. Не скажу, что они много моментов около наших ворот создали, но мы заслуженно победили и очень счастлив, что мы закрыли эти два результата предыдущие. Мы очень хотели выиграть и показать, что мы можем играть, и мы будем только прогрессировать. Поговорим про твои голы. Первый гол красивый со штрафного, притирку за штангой, но при этом стенка Батэ немножко сместилась в сторону. Видел ли ты это при ударе или это уже последствия? Я больше обратил внимание на вратаря. Он изначально встал по центру ворот, я еще удивился и думал, ударю в другой угол. Но прямо перед ударом он чуть-чуть сместился левее, и у меня остался выбор бить только вправо. И хорошо попал, мы отрабатывали в четверг. Вся команда, наверное, человек 7 отрабатывали штрафные, но вот сейчас взял ответственность, просто решил ударить. Хорошо, что попал, очень счастлив. Да, и второй гол. Акин выдает тебе передачу, ты видел, что Игнатьев немножко вышел вперед. Почему решил ударить, а не, может быть, протащить немножко? Там очень большую работу в этом голе сделал Антилевский, так как он на себя стянул защитника. Я увидел то, что защитник больше отвлекся на него и просто уже не стал обрабатывать, потому что у меня, если честно, проскочила мысль обрабатывать, но уже увидел то, что вратарь чуть сместился и просто противоход удара. Хорошо, что попал, и в такое время надо было нам по-любому забивать третий, чтобы уже спокойно доигрывать. А как думаешь, эта победа должна придать мотивации, уверенности при следующем матче на домашнем Да, это огромное подспорье для нас. Сейчас нам только надо еще больше работать, ни в коем случае не расслабляться. Спасибо болельщикам, они даже сюда приехали таким составом большим, очень приятно, очень шумно. И надеюсь, уже с Динамо придут еще больше народу и будем биться также и добывать эту победу. Да, ну и самый частый вопрос, который тебе задают, наверное, последние дни. Смена имиджа, убрал свою длинную прическу, с чем связано? Честно, в матче с Неманом было пару моментов, где играл головой, и уже волосы просто в глаза лезли. Я постоянно бегал, поправлял, и уже решил, что после игры, уже прямо перед следующей игрой подстригусь. Некоторые говорят, нельзя перед играми стричься, но я решил 2 дня назад подстричься уже, и не знаю, ну это к этому, к игре, наверное, никак не относится, ну просто я волновался, узнают меня или нет, только по майке теперь узнавать будут, так что не знаю, нравится, нет? Да, отлично. Спасибо большое. Нет, подожди, а можно я спрошу? А ты вот гол это праздновал первый, ты так всегда празднуешь? Не всегда, сейчас просто спина не болит, решил вспомнить. Так что нет, я в детстве гимнастикой занимался, и, наверное, фишка моя, я с детства часто праздновал так голы, и сейчас на радостях счастливый побежал и решил нашим болельщикам показать. Они, кстати, вопрос задавали на встрече болельщиков, как мы будем праздновать. Вот, показал. Молодец, спасибо. Вам спасибо.